Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И в этом видео мы подведем итоги года и рассмотрим топ-5 самых прибыльных стратегий с нашего сайта. А если у вас есть своя прибыльная стратегия, то обязательно напишите о ней в комментариях. А мы переходим к нашему рейтингу. И пятое место занимает стратегия для бинарных опционов Scalar Trading System. Данная стратегия основывается на двух авторских индикаторах, один из которых является сигнальным, а другой гистограммным. Эти индикаторы создавались специально под стратегию, поэтому алгоритм их работы очень похож, а правила настолько просты, что даже новички смогут сразу начать применять эту стратегию. Также стоит отметить, что данная стратегия является платной, но с нашего сайта ее можно скачать бесплатно. Характеристики, а также индикаторы, которые входят в данную стратегию, можно увидеть на экране, а торговля по этой стратегии основана на тренде, а также некоторых правилах. И для покупки опциона Call необходимо, чтобы появилась синяя стрелочка, направленная вверх, а также цвет гистограммы был синим. А опционы Put покупаются, когда появляется розовая стрелочка, направленная вниз, и также гистограмма должна быть розового цвета. И важно понимать, что все сделки должны совершаться только по текущему тренду. Тестировалась стратегия Scalar Trading System в течение месяца на таймфреймах H1, M30 и M15. А сигналы использовались с 8 утра и до 6 вечера. И по итогу часовой график принес 24 сигнала, 16 из которых закрылись в плюс и 8 в минус, что по итогу дало 66,67% прибыльности. 30-минутный график принес 65 сигналов, 42 из которых закрылись в плюс и 23 в минус, и по итогу это дало 64,62% прибыльности. И 15-минутный график дал 92 сигнала, 60 из которых закрылись в плюс и 32 в минус, и это составило 65,22% прибыльности. Четвертое место в нашем рейтинге занимает стратегия для бинарных опционов M5 Scalping. Эта стратегия по большей части предназначается для таймфреймов в 5 минут и экспирации в одну свечу, но при желании использовать ее можно на любом таймфрейме, так как индикаторы данной стратегии являются универсальными. Характеристики и индикаторы данной стратегии можно увидеть на экране, а сама стратегия содержит как уровни, так и небольшую инфопанель с информацией. По правилам этой стратегии опцион Call покупается, когда появляется стрелочка, направленная вверх. Появляться сигнал должен на уровне или рядом с уровнем, а гистограммы внизу должны быть синего цвета. Опционы Put покупаются, когда появляется стрелочка, направленная вниз. Также рядом должен быть уровень, и гистограммы внизу должны быть красного цвета. Также обратите внимание, что текущий торговый день в данной стратегии выделяется отдельным фоном. Тестировалась данная стратегия также в течение месяца с различными экспирациями. И часовой график с экспирацией в 3 свечи дал 44 сигнала, 30 из которых закрылись в плюс и 14 в минус, что по итогу составило 68,18% прибыльности. 30-минутный таймфрейм тестировался также с экспирацией в 3 свечи, и это принесло 82 сигнала, что по итогу дало 56 сигналов в плюс и 26 в минус, а итоговая прибыльность составила 68,29%. А вот 15-минутный таймфрейм тестировался уже с экспирацией в одну свечу, и это принесло 110 сигналов, 74 из которых закрылись в плюс и 36 в минус, и это по итогу принесло прибыльность в размере 67,27%. На почетном третьем месте находится стратегия для бинарных опционов Cluster Trader System, которая изначально создавалась для рынка Forex, но индикатор, который в нее входит, легко подойдет и для торговли бинарными опционами. Самыми важными в данной стратегии являются уровни поддержки и сопротивления, которые индикатор отмечает на графике. Также стоит отметить, что данная стратегия является платной и стоит очень дорого, но с нашего сайта ее можно скачать абсолютно бесплатно. Состоит данная стратегия всего из одного индикатора, который включает в себя все инструменты, которые есть на графике. Все остальные характеристики стратегии можно видеть на экране. Суть торговли по данной стратегии, как уже говорилось ранее, сводится к торговле от уровней.
Но не менее важными являются и сигналы, которых в данной стратегии два вида. Вне зависимости от видов сигналов, опционы call покупаются, когда появляется зеленая стрелочка, направленная вверх, а в качестве подтверждения данных сигналов выступают уровни, а также гистограмма внизу графика. Опционы put покупаются, соответственно, когда появляется красная стрелочка, направленная вниз, и также есть уровень, а гистограмма внизу подтверждает данный сигнал. Тестировалась данная стратегия также в течение месяца на таких же трех таймфреймах. И по итогу часовой график принес 20 сигналов, 14 из которых закрылись в плюс и 6 в минус, и это составило ровно 70% прибыльности. 30-минутный график показал 33 сигнала, 22 из которых закрылись в плюс и 11 в минус, и по итогу это составило 66,67% прибыльности. 15-минутный таймфрейм дал 60 сигналов, 41 из которых закрылся в плюс и 19 в минус, и по итогу это составило 68,33% прибыльности. Второе место в нашем рейтинге занимает стратегия для бинарных опционов Armand. Эта стратегия основана на торговых сессиях и сигналах, а также на индикаторе новостей, который предупреждает трейдера, когда не стоит совершать сделки, так как повышенная волатильность и внутридневной шум, как известно, мешают торговле. Данная стратегия также является платной, но с нашего сайта ее можно скачать бесплатно. Характеристики и индикаторы стратегии можно видеть на экране. Стратегия Armand делит график на торговые сессии, выделяя их определенным фоном, а также содержит панель новостей и панель торговых сессий. Помимо этого, в стратегии есть возможность отображения будущих новостей прямо на графике. Увидеть это можно, если максимально уменьшить масштаб. Также слева присутствует панель, нажимая на которую можно подключать другие графики. Суть данной стратегии сводится к торговле по сигналам. И сразу стоит отметить, что сигналы появляются не так часто, но зато они являются очень точными. И когда появляется зеленая стрелочка, направленная вверх, покупается опцион call. А когда появляется красная стрелочка, направленная вниз, покупается опцион put. Также обратите внимание, что сигналы по данной стратегии сопровождаются звездочками и кружками. Эту стратегию мы также тестировали в течение месяца на трех таймфреймах. И результаты тестирования оказались следующими. Часовой таймфрейм показал 14 сигналов, 10 из которых закрылись в плюс и 4 в минус. И это принесло в общем 71,43% прибыльности. 30-минутный таймфрейм дал 18 сигналов, 13 из которых закрылись в плюс и 5 в минус. И это составило 72,22% прибыльности. 15-минутный таймфрейм дал больше всего сигналов, и это 28 штук, 19 из которых закрылись в плюс и 9 в минус, что по итогу составило 67,86% прибыльности. Первое место в нашем рейтинге занимает советник для бинарных опционов SSS Option. Так как данный инструмент является советником, то его можно использовать и как индикатор, и как стратегию. И именно поэтому он использовался в рейтинге топ-индикаторов с нашего сайта, в котором занял второе место. Суть данного советника сводится к сбору статистики о закрытии свечей. Причем использоваться может очень широкий диапазон дат и данных. Характеристики торговли по данной стратегии можно видеть на экране, а сам советник SSS Option по сути является большой информационной панелью. И в первой таблице можно видеть анализ свечей, которые закрылись вверх либо вниз, то есть зеленые и красные свечи. А вторая и третья таблицы показывают общее количество серий, которые закрылись одной и той же свечой подряд, то есть свечой вниз или свечой вверх. И торговля по этим данным ведется путем открытия сделок в противоположную сторону. Так как чем больше серия закрытия свечей в одну сторону, тем больше шанс, что следующая свеча закроется в противоположную сторону. Также при желании в настройках можно выбрать один из предложенных таймфреймов, которых три. Это часовой, 30-минутный и 15-минутный. Прибыльность по данному советнику составляет 100%, но достигается это только при использовании системы Мартингейла. Так как если следующая свеча после долгой серии все-таки закрывается в ту же сторону, то стоит использовать систему Мартингейла с шагом до трех колен, что по итогу дает вероятность получения прибыли, приближенную к 100%.
Подводя итоги, хочется сказать, что если вы не согласны с нашим рейтингом или у вас есть свое мнение насчет самой лучшей стратегии для бинарных опционов, то обязательно напишите про нее в комментариях. И мы, возможно, в свою очередь рассмотрим ее в дальнейших видео. А если же данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!